Вопрос, а как мы работаем? Учитывая, что мы сегодня строим укрепительные работы, потом акваторию, которую будем использовать, пляжную зону, и там на дне вот такие вот элементы затопленные. Как все-таки есть надежда и возможность, чтобы поднять их? Есть и возможность, и надежда. И в этом направлении в данный момент двигаемся. И планируем выполнить работу в ближайшее время. В ближайшее время, да. То есть работа идет по плану. Ну и судоподъем уже начат и проходит сейчас без происшествий. Вот ваша команда, она откуда вместе с технологическим всем оборудованием? Плавкран, Морспас, служба, да? Да, Волгоград. Команда водолазов местная, Саратов. Водолазы местные, да? Ну, замечательно. Что-то добавить есть? Ну, для нашей компании данный объект вообще в целом является наиболее значимым. Мы понимаем всю ответственность при производстве работы, при осуществлении данного проекта.